Меня зовут Ольга Ткачук. Я уже представляю со сцены. Я психолог, давно психолог, работаю в школе с детьми и работаю с программистом в Беларуси с педагогами. Я автор проекта про социально-эмоциональный интеллект педагогов школы радости. Кто-то может уже знать, группа Фейсбуке, кто не знает, приглашаем присоединяться. Школа радости, сообщество неравнодушных педагогов называется. И там я делюсь вот всякими такими темами, связанными с пониманием своих эмоций, пониманием эмоций других людей, учеников, там, коллег, управление своими эмоциями, управление эмоциями. Вот эти навыки или техники управления внутренними состояниями сейчас на самом деле выходят в тренд номер один наряду с какими-то современными техниками информационно-коммуникативных технологий, да, новые формы метода преподавания. Все это здорово, но в нашем VUCA мире, в этом многозадачном, многоинформативном, нестабильным и сложным, основными скиллами, софт-скиллами выходит на первое место, это именно вот эти вот управления своими состояниями, да, стрессоустойчивость, способность справляться вот с проблемами, трудностями, с этим огромным потоком информации. Та тема, про которую я решила говорить, она, ну, она всегда вырастает из каких-то наших, да, потребностей, интересов. То, что растет внутри, оно всегда важно. И что я замечаю за собой в последнее время в связи вот с теми постоянными интересами, которые фигурируют в моем фоне. Я думаю, у всех это сейчас. Это сначала дистанционка, потом лето без поездок, потом коронавирус, дистанционка, лето без поездок, потом выборы. И опять поездок нет. Ну, то есть какая-то такая вот штука, которая выбивает из ресурсных состояний, да. И, конечно же, страдают и вот эти когнитивные функции, да, внимание, память, мышление, потому что, ну, отдыха реально нет. Но мы будем говорить не про внимание, да, здесь есть разница, а про внимательность, да, как способность сосредоточиться на каком-то предмете в узком смысле, а в широком смысле это способность находиться здесь и сейчас, да, в моменте, способность направлять внимание в момент, в котором я нахожусь. Так вот интересно, что когда мы делаем вот эту вот осознанную позицию, да, находимся в состоянии осознанности, то, ну, как-то на это откликается все и все вокруг. Да, то есть вот если как знаете, как вы яхту назовете, она его плывет, да, какая как вы обзовете ребенка таким он и грузит, да, так вот это тоже работает, потому что когда расклеивали эти постеры, да, по практике внимательности, забыли наклеить это невнимательности, да, то есть такая штука интересная получилась. Я была здесь, в этом кабинете, на предыдущем мастер-классе, и мы закончили темой осознанности, да, той темы, про которую я сейчас буду говорить. Это все случайно и не случайно. Поэтому важно, чтобы вот, ну, вы всегда отмечали то, что вы делаете, то, что вы говорите, как вы это говорите. Это и есть состояние осознанности. За чином нашего мастер-класса я хотела представить, есть такая притча о молочнице, французская басня, когда девушка шла с бидоном молока на рынок, она мечтала в это время, как она продаст молоко, купит яйца, из яиц она вырастет цыплят, продаст цыплят, купит поросенка. А поросенка вырастет, продаст, купит теленка, теленок будет такой резвый, веселый, вот так здорово скакать, она стала скакать и разбила молоко. А суть в чем, да, что не будьте как молочница, да, будьте здесь и сейчас, потому что когда мы находимся там и тогда, в тревогах о прошлом, о том, что было, или в переживаниях о будущем, о том, что будет, мы не находимся в моменте. Прошлого нет, потому что оно уже прошло. Будущего еще нет, оно еще не наступило. Есть только настоящее. И это самое важное. Так вот, практики внимательности. Слышали, наверное, такое очень модное слово mindfulness. Это вот оттуда же, да? Это техники осознанности, практики осознанности. Они очень широко уже распространены на Западе, в Америке, к нам они только тихонечко доходят, да, где-то там в бизнесе, да, в тренинговых форматах. Вот в школе у нас пока этого нет.
В Англии, например, с 2015 года проводится там эксперимент, там прямо вот в практике школьной внимательности введены в программу, в процессе уроков, и очень хорошие результаты получены. Там в ссылках в конце вот документа будут ссылки, там вы можете покликать, почитать. Можно я дополню, если не ошибаюсь, в школу Великобритании преподаватель предоставляет там абонементы на танцы, на какие-то секции, для расслабления. Но это другая тема, но да, это тоже про ресурсы педагогов. Там учат педагогов этим практикам, да, потому что нельзя научить этим практикам детей, не практикуя это самим. Это априори, да? Вот, поэтому... в школах Англии. Значит, будет в ссылках. Екатерина Гердюжева, есть такая российская, я даже не знаю, психолог, не психолог, но она инструктор практики внимательности, она очень пропагандирует это именно для школ, для детей, у нее там целые платные курсы есть, но у нее есть хорошие статьи, такие аналитические, там есть ссылки, можно почитать. Как это влияет. Я сейчас не хочу на этом тоже подробно останавливаться, но это очень хорошо влияет на саморегуляцию, на уровень эндорфинов в крови, да, то есть это все подтверждено какими-то нейрофизиологическими исследованиями, и на самом деле улучшается качество всего образовательного процесса в целом. Практики внимательности – это подход, который требует, включая в себя целый комплекс упражнений, направленных на развитие таких вот четырех важных навыков. Это управление вниманием, да, то есть развитие навыка целенаправленно собирать внимание, направлять куда надо. Столько, сколько необходимо удерживать это внимание. Мы знаем, что тема концентрации внимания сейчас очень актуальна. Не только у взрослых, но и у детей тем более. Там какие-то вообще такие цифры приводят, что сейчас ребенок может сосредоточиться от 15 минут до 28 секунд. Да, то есть может удерживать внимание на одном объекте. Ну, в зависимости, там же есть еще особенности развития, да, синдром вот этот СДВГ, то есть, все равно мало. Второй навык – это осознанность или ясность, да, то есть научение более ясно и точно осознавать себя на уровне телесных ощущений, эмоций и мыслей, то есть фокус на том, что со мной происходит, да, фокус на том, что внутри меня происходит и что вовне меня. Да, то есть быть в контакте, потому что мы очень часто находимся на автомате. На что такое автоматизм? Да? Вот я когда делала презентацию мастер-класса, я спрашивала, да, бывало ли у вас такое, что вы там куда-то идете, забыли, куда шли, да, вот это автоматизм. И вот эта мультинасыщенная информация, она продуцирует эти автоматизмы, то есть нас зомбирует. Это вот огромное количество информации, реклама, видео, компьютеры, игры, да, все это наши мозги дружат и для того, чтобы оттуда выходить, нужно учиться возвращаться в момент здесь и сейчас, и это делать намеренно и осознанно. Третий компонент – равновесие, спокойствие, ну, это понятно, баланс, гармония, обретение возможности в любой ситуации находить спокойствие внутри. Баланс, не вовлекаясь в эти мысли, эмоции, не идя за ним, не будучи у них в плену. И это четвертый очень важный компонент. Эти практики, они формируют доброжелательность к себе и другим, безоценочное принятие и отношение действительности того, как это есть. Сейчас немножко тороплюсь, потому что я вылетела в тревогу из-за того, что презентация не получается, а я тоже из специалистов, извините, конечно, немножко подлеченная, но тем не менее. Что я сейчас делала? Я сейчас вернула себя в состояние здесь и сейчас. Да? Я поняла, что я тороплюсь. А что со мной происходит? Задала себе вопрос, да, осознала, что со мной происходит, и вернула это в реальность вам. То же самое вы можете делать с детьми на уроках. Да? Мы люди,
мы приходим на уроки в разных состояниях, правда? У нас могут быть свои какие-то проблемы, свои переживания, свои трудности. И если мы просто, ну нельзя просто взять и выключить вот этот, поставить ключик в замочек, да, выключить наши эмоции, они есть. Мы не можем их игнорировать, да, мы не можем их прямо выдавать, как они есть, да, потому что дети, может быть, в этом не виноваты, а может, и дети спровоцировали. Но мы можем это делать экологичным образом, обозначая, что со мной происходит сейчас словами, ну, как я сейчас сделала, да. Я тороплюсь, потому что я тревожусь. Много людей, душно, мне очень хочется вам дать многое, и, ну, поэтому я сейчас мне очень комфортно себя чувствую, но я постараюсь выйти немножко в себя. Итак, суть ясна этих практик. Да? То есть в процессе мы получаем такую вот способность концентрироваться на здесь и сейчас, быть в контакте с тобой, видеть ясную, более ясную картину происходящего, не искаженную какими-то домыслами, да? Потому что очень часто мы еще какие-то смыслы привносим, да, в то, что мы слышим, видим и так далее. Лучше справляться со стрессами, перегрузками. И все вот исследователи пишут, что в итоге это такое ощущение большего счастья. Да? Это и про детей, и про взрослых. То есть, вот, я говорю, что вот эти практики, я сначала практики, которые универсальные, а потом будут еще техники настройки на урок специально для детей. Да? Я очень боюсь, что мы все не успеем, но что успеем. Про профилактику эмоционального выгорания я не буду говорить, это понятно. То есть это все не эзотерика, это все действительно имеет физиологическую основу, это все доказано. В нашем мозге есть область, отвечающая за эмоции, лимбическая система, есть префронтальная кора головного мозга, отвечающая за вот эти вот памятные маленькие. Так вот, лимбическая система, она более древняя эволюционно и имеет первично в своих проявлениях. То есть если у нас переполняют сильные эмоции или появляются сильные эмоции, она перекрывает вот эту вот префронтальную кору. Есть такое выражение «аффект тормозит интеллект». Так вот, практики внимательности направлены на то, чтобы в этот момент вот эту вот реакцию перенаправить обратно, то есть осознать, что со мной происходит. Если вот меня разозлили дети, у меня уже сжались кулаки и челюсть, я обычно, ну, часто мы делаем это неосознанно. Следующий вариант, мы уже кричим, да, следующий этап. Это очень быстро происходит на самом деле, мы не успеваем это делать. Но если мы в этот момент остановимся, скажем, стоп, что со мной происходит, так, у меня сжаты кулаки, у меня сжаты челюсти, так, что мне сейчас нужно сделать, чтобы вернуться в ресурсное состояние, да, например, подышать или взять паузу, сказать, так, сейчас 2 минуты там пишем, да, я что-то делаю свое, на самом деле я подышу, да. Вот, то есть, сейчас, одну секундочку, вот, здесь, да, практики, да, да. И презентация. Спасибо. То есть вот если была раньше непосредственный стимул реакции, стимул, например, я влюбилась в жвачку, реакция, я куда-то попала, да, то практики внимательности дают вот эту минуту внимательности, с которой так, нет, что случилось? Это всего лишь жвачка. Что, ну, что произошло? Да ничего особо не произошло, да, честно. Подумал, и все, и так далее. Просто мы очень часто действуем вот так импульсивно на автомате, потому что у нас в мозгу уже проторены вот эти вот дорожки, да, нейронные пути, стимул реакции. Давайте полистаем как раз мы вот сейчас. Нет, давайте вручную. Это другой уже. Спасибо огромное. Да. Значит, это была наша молочь. Нет, работает. Где ваше внимание, там ваша энергия, да? Вот это вот, вот, ну, понятно. Еще чуть-чуть. Да, отлично. Это вот 4 вот этих навыка, про которые говорили, это что мы получаем в результате для учителей, для учеников. Это вот эта вот наглядная картинка, вот наши вот, как взаимодействуют вот эти отделы головного мозга, аффект тормозит интеллект. И еще очень важный постулат, развитие происходит из точки покоя. Это то, с чего я всегда начинаю вот свои эти занятия по эмоциональному интеллекту. И почему моя группа называется «Школа радости». Потому что если ребенку на уроке, на занятии, в школе страшно, некомфортно,
душно, вот как у нас здесь, да, не знаю, что-то у него произошло до этого, или здесь ВКонтакте. Вот эти эмоции, они перекроют вот эти вот познавательные процессы, и он, скорее всего, почти ничего не усвоит с этого урока, да. То есть наша задача сделать вот этот комфорт ребенку, а для этого мы должны сделать комфорт себе, правда? Для этого мы должны себя ввести в это ресурсное состояние. Хорошая новость, да. Внимательность — это навык, которым может овладеть любой человек. Плохая новость, как любой навык, он требует тренировки. То есть от того, что вы сейчас один раз попробуете, ничего не произойдет. То есть я даю инструменты, вы можете выбрать, не надо все практиковать. Боже упаси, вы будете на это тратить много времени. Не надо на это тратить много времени. Вы найдете какой-то свой способ, с помощью которого вы сможете попробовать разные, но найдите свой способ маленькими шажками каждый день. И возможно, риски. Вот мы говорили про осознанность, про демократию на предыдущем мастер-классе, да, риск стать более живым и неудобным для манипуляторов и системы. Ни учителя, ни ученики, которые вот, ну, такие очень осознанные, понимают, что с ними происходит и чего они хотят, очень часто неугодно. Лучше сказать слово «всегда». Да, да. Поэтому думайте, надо ли вам это. Это риск. Да, вот это вот про то, что я говорила, суть практик, да, до обучения практики внимательности, после обучения беру внимательную минуту, у меня появляется пространство между событием и реакцией. Что такое внимательная минута, да? То есть я объясняю себе, что происходит, описываю, смотрю на это как бы со стороны, да, такая деперсонификация получается, да, я отделяюсь от своих эмоций. Итак, непосредственно практики внимательности. Давайте сейчас я вам предложу, постарайтесь отложить сейчас вот то, что у вас есть, примите позу, почему я просила вначале, пройдите сюда, присядьте, кто стоит, есть вот стульчик здесь, вот здесь можно сесть. Примите ту позу, которая вам могла бы быть комфортна. Ну, насколько возможно, комфортно в этих условиях. Закройте глаза. Сядьте как удобно, комфортно, чтобы вашим рукам было комфортно, вашим ногам было комфортно. Закройте глаза. Насколько, опять же, возможно здесь погрузиться в это. Ну, это похоже на учительскую жизнь, правда? Нету такого места, где можно вот очень редко, когда бывает, чтобы показаться, чтобы никто не мешал, нигде не ходил. Поэтому надо учиться в любых ситуациях это делать. Обратите, пожалуйста, сейчас свой взор внутрь своего тела. Обратите внимание на свое тело. Мы очень часто забываем про это. Пройдитесь таким внутренним лучом, как сканом. С кончиков пальцев ног до самой макушки. Снизу вверх, медленно, не торопясь, пройдите. И почувствуйте, где находится напряжение, в каких частях тела. Если вы это почувствовали, отпустите это напряжение. Может быть, поменять позу надо. Постарайтесь сделать себе максимально комфортно и послушайте свое тело. И дышите. Вы делаете скан снизу вверх, сверху вниз. Контрольный скан, да? Остались ли еще где-то зажимы? Чего хочет ваше тело? Представьте, что вам сейчас хочется, и представьте в голове, что вы сейчас даете себе это. Если вам хочется свежего воздуха, представьте, как вы вышли на улицу. Прям представляете, как вы вышли на улицу, там свежий ветерок. Если вам хочется прилечь, представьте то место, в которое вам хочется прилечь. Может быть, это ваш диван, ваша подушка, уютный плед.
Если вам хочется домой, к своим детям, вы можете представить ту дорогу, которую вы идете домой, те радостные объятия, которыми вас встречают. Пробуйте сейчас дать себе в голове то, что вам хочется. Подышите. Когда вы посчитаете, что достаточно, вы делаете вдох-выдох, открываете глаза и возвращаетесь к нам сюда. Не возвращаюсь. К сожалению, времени нет, но вы сами регулируете, да, насколько там возможно находиться. Что мы сейчас сделали? Обратите внимание, пожалуйста, на ваше состояние. Изменилось ли ваше как-то ощущение здесь, в пространстве? Более расслабленное. Спокойное. Какие есть расслабление. Есть расслабление. Какие еще у кого есть ощущения? Удалось ли кому-то вот представить, вот, что хотелось, и дать себе это? Получилось? Не удалось, но голова перестала болеть. Ну, оно, правда, вот эти практики, они легки в представлении, кажется, ерунда какая-то, да? Но они, во-первых, тяжелы в регулярном использовании, потому что сопротивления очень много, и ну, оно работает на самом деле. Это вы можете делать, очень хорошо работает с подростками, которые пришли перевозбужденные. Да? Пятый урок. Мы хотим есть. У нас была физкультура. Мне жарко. Да, там. Мы хотим домой. Я им предлагаю вот это упражнение сесть, успокоиться, подышать, закрыть глаза и представить, что они хотят. И сделать это в своей голове. Учеными доказано, что нашему мозгу все равно, мы делаем это или представляем, что это делаем. Конечно, надолго этого не хватит. Если я хочу есть, там ну, не появится. Но на какое-то время, то есть мозг будет работать, как будто он получил эту потребность. А? То есть это для вас и для детей такая практика. Это я совместила несколько практик. Это было внимание к телу, внутренний луч. Да? То есть вот этот скан с головы до ног – это то, что вы можете вообще между делом делать. Да? Сама мама, да, уже получила. Это самообман. Это так работает наш мозг. Мне не нравится слово обман себя. Да? Это помощь себе, скорее, я бы сказала, если сейчас нет доступных способов удовлетворить свою потребность. Нет, но если вы открыли посмотрите, ну, зовите это как хотите, но. Знаете, тоже там, где надо. Из безоценочного принятия так есть. Наша цель не получить это сейчас, а успокоиться. Да. Только ты раз ты понимаешь, где сейчас. Состояние уже есть. Коллеги, едем дальше. Значит, внутренний луч, и можно прямо себе ставить таймер 3 раза в день, например, как минимум, и когда звонит будильник, спрашивать себя, что хочет мое тело. Что сейчас хочет мое тело? Потому что в этом вот потоке всем, в этом в ритме педагогической деятельности очень такой ритм, да, плотный, мы забываем слушать свое тело. А напряжение накапливается. Мы забываем есть, забываем пить, что очень важно, регулярное питье. Я вообще не говорю про сон, про еду, про питье, про эти базовые вещи не говорю, да, это по умолчанию понятно. Мы забываем есть, пить, ходить в туалет, да, это все внутри нас, это напряжение в мышцах сохраняется, в органах и так далее. Если мы не будем профилактировать эти вещи, да, вспоминать про свое тело, представьте, что это не ваше тело, а ваш ребенок.
У ребенка-то вы спросите, а поел ли ты, правда? Вот относитесь к телу как к ребенку. А, то оно потом вам отомстит, если вы не будете на него обращать внимание, да, потом это накопится напряжение, выйдет соматика какая-то, да. Очень, очень был показательный пример. В старой гимназии, где работала завуч, ну, уже все было, весна, ей было просто невыносимо, просто, ну, так все сложно, так тяжело, усталость, и она идет на ровном месте, падает и ломает руку. Да, случайность. Но, возможно, все эти зажимы в теле сработали так, да, что ну, она не смогла скоординировать свои движения. Что она получила? Желаемый отдых. Таким кривым путем, к сожалению. Да? Как только вы понимаете, что вы начинаете часто болеть, тут же экстренно практики самопомощи в себе обязательно. А лучше профилактировать, чтобы не доходить до этого. Концентрация внимания на внешних объектах. Это помощь при каких-то стрессовых таких экстренных ситуациях. Когда вы понимаете, что сейчас я взорвусь, или там какая-то вот, ну, сильная информация стрессовая попалась, чтобы вернуть себя в себя, чтобы вот из этого вылетевшей тревоги вернуться в тело, можно сконцентрировать внимание на любых внешних объектах. Например, посчитайте, сколько здесь ламп. Найти все зеленые объекты в этой комнате, да? Найти все квадратные объекты, описать, что происходит за окном. То есть любой какой-то объект внешний, к нему зацепиться взглядом, то есть вниманием, и прям вот его описывать. Да? Дальше. Концентрация, медитация на дыхании. Что, успеем, не успеем сделать? Нет, мы лучше техники заземления сделаем. Ладно. Сделаем концентрацию на дыхании. Сейчас я тогда звук включу. Будем лечить больные головы. Пожалуйста, опять примите позу, которая вам комфортна. Закройте глаза. Отпустите все, кроме этого момента. Нет ничего, есть только вы, ваше тело и ваше дыхание. Обратите внимание, как вы делаете вдох, как вы делаете выдох. Просто следуйте за своим дыханием. Пусть оно будет естественным. Просто замечайте его. Не пытайтесь никак его изменить. Если приходят какие-то посторонние мысли, вы представляете, как они проплывают мимо, как облака, мимо плывут, а вы опять возвращаете свое внимание к дыханию. Вы думаете только о вдохе и о выдохе. Представьте, как с каждым вдохом вы наполняетесь кислородом, радостью, свежестью, позитивом. С каждым выдохом вы избавляетесь от шлаков, углекислого газа, токсинов, негативных мыслей. Всего того, что хочется выкинуть из себя. С каждым вдохом вы наполняетесь, с каждым выдохом вы освобождаетесь. Подышите в своем ритме. Мысли приходят и проходят мимо. У вас есть только ваше дыхание. Thank you.
Делайте вдох, выдох, возвращайтесь. Это называется медитация на дыхание. Не бойтесь слова медитация. Да, эти практики пришли из буддизма, из китайской философии, но вот эти все исследования мозга и особенности воздействия, они идут уже на современном этапе, и уже медитация воспринимается как техника саморегуляции. Скажите, получилось ли не думать ни о чем, кроме дыхания? Поднимите руки, у кого получилось. Не у всех. И я знаю, что это непросто на самом деле. Нужно усилия для того, чтобы думать о том, что не будет. И поэтому я говорю, что этот навык можно и нужно тренировать, потому что у нас там автоматизм, да, много мыслей в голове, перескакивает. Ну, мы уже о чем-то думаем. Да, да. И надо говорить, наверное, вдох. Можно найти какой-то свой способ, но просто мягко возвращать свое внимание. То есть я почему говорю, когда приходят мысли, представьте, что они вот как облака проплыли, и вы мягко возвращаете свое дыхание к вдоху-выдоху. Да? Едем дальше. Хорошо, я буду торопиться, чтобы успеть. Осознанное движение или действие. Когда мы что-то делаем, мы очень часто это тоже делаем на автомате, правда? Вот кто водит машину? Такой очень автоматический навык. Моем посуду, и что во время этого мы думаем? Так, у меня там еще вот это не сделано, то не сделано. Какой смысл? Да? Все равно оно не сделается. Так вот, если вы тут тоже будете направлять свое внимание в момент на свои ощущения телесные, да, какой температура вода, какие ощущения вызывает губка, что происходит, когда я там смываю эту воду, да, то есть моя посуду, я думаю о посуде. Идя на работу, я думаю, как мои ноги касаются земли, как шуршит листва, какие звуки я слышу вокруг себя, да? То есть быть все время в моменте. Это не праздная вот эта штука. Это вот это вы в это время даете своему мозгу отдых. И придя на работу, у вас уже КПД будет выше, если вы это сделали. То есть вы не тратите при этом время, да, то есть, потому что даже когда вы лежите на диване, вы все равно думаете о проблемах. Вы в это время используете конструктивно для себя. Осознанная еда. Вау. Я все-таки это сделаю. Возьмите, пожалуйста, по рисунке каждый. Передавайте вперед. Передавайте дальше. Или там возьмите жминку, передайте коллеге. Значит, я сейчас покажу. Я обычно это делаю с мандаринами. Вы можете здесь мне это сделать. Нет, пока не просто возьмите подружку в рюкзунку. А вы можете здесь мне это тоже делать, потому что если мы тренируем эти навыки у детей, это вдвойне полезно. Потому что это закрепляется, у них этот навык, как и в нашей жизни, им будет проще справляться. Да? Это упражнение. Это не просто еда, это упражнение. Спасибо, Алена, что помогаешь. Очень классно с мандаринами, но столько мандаринов еще нет. Как часто вы, когда идете на обед, например, в школе, не замечаете, что вы уже поели? Мы едим за разговорами, за мыслями. Сколько минут у вас уходит на еду? Сейчас мы пообедали за одну минуту. Чуть-чуть. Как вы думаете, идет ли эта пища нам на пользу? Нет. Ну, вы же знаете, да, что пища надо осязать, обонять, ощущать всеми фибрами. Ладно, я понимаю, что каждый день может сложиться. Ну, раз в неделю сделайте себе осознанный там, завтрак, обед или ужин. Что мы делаем? Возьмите сейчас эту изюмку себе в руку. Сядьте опять удобно, сядьте опять комфортно.
Вам досталось изюминка? Возьмите изюминку в руку. Посмотрите на нее. Посмотрите, как будто вы видите ее в первый раз. У каждого она разная. Мне что-то хоть нравится. Посмотрите, как, какие у нее... То с ее возьмите еще. Да, это так, что я считаю. А важно, чтобы вы это осознали. Посмотрите на ее изгибы. На ее цвет. Да, да, на что она похожа. Смотрите, как много можно нового увидеть в какой-то изгибе. Они в этой изгибе. Потрогайте ее пальчик. Какие ощущения? Зафиксируйте внимание на своих ощущениях. Положите ее в рот. Только не катайте, не жуйте. Положите ее в рот, ощутите ее языком. Может, она прикасается к нему. Какого же размера во рту? Похожа ли она по ощущениям, какая была в руках? Такая же она во рту? Или кажется больше или меньше? Откусите маленький кусочек. Может, не получится откусить. Почувствуйте, какая она на вкус. Нравится нам этот вкус или нет? Уже не видим, что даем. Если вам нравится, нам это или нет. Медленно проглотите. Или кусочек. Дожуйте оставшихся. И побудьте с тем послевкусием, которое осталось после ревизии. Нравится вам это ощущение или нет? Хочется ли вам еще или нет? Это осознанное питание, да? Вот наше заедание вот эти, это тоже из этой области, да? Задайте себе вопрос. А мне правда хочется? А хочется, может, не изюма, а колбасы. Да? Знаете, чего хочется? Зафиксируйте это у себя. Понимаете, про что это? Что мы сейчас сделали? Что мы сейчас делаем? Здесь? Мы были здесь сейчас. Мы были в контакте с ним. Но на самом деле это про нас. Да? Мы были в контакте со своими ощущениями. Я даже я детям и взрослым говорю, как взрослые говорят, ой, не знаю, хорошо это или плохо, где критерии, хорошо или плохо, вкусно или не вкусно, а только у меня. Но только тогда, когда я сама научусь это понимать, как это мне, а как это тебе, я спрашиваю, да, когда мне задают вопрос, это нормально или ненормально, а как это тебе будет? Нет, бывает так, что мама прибегает и говорит, мой ребенок испытывает отношения в классе, у него все плохо, там ужас, ужас, кошмар. А как это ребенок? Ок. Ну все, значит ок. Да? То есть вот разделяйте эти вещи. Хорошо, едем дальше. Техники заземления – это тоже то, что очень хорошо использовать перед контрольными, перед экзаменами с детьми, да, и себе перед какими-то там стрессовыми событиями, испытаниями, выступлениями. Вы пришли там, в помещение, например, дети пришли в класс, в котором будет экзамен. Можно предложить им, или контроль вы будете проводить, поставить ноги на пол. Вот вы сейчас сделаете. Поставьте ноги на пол. Почувствуйте, что у вас под ногами есть опора. Вы на что-то можете опираться. Почувствуйте своей спиной спинку стула, или что у вас там со спиной есть. У вас есть опора уже у спины, не только у ног. Положите руки на колени или на парту, того, что есть. Да? Почувствуйте опору рук. Почувствуйте, что у вашего тела есть большая опора. Внешняя опора переходит во внутреннюю. Я могу опираться на себя. Я с детям всегда говорю, у вас есть все, и взрослым тоже, и вам говорю, у вас все, что вам надо, у вас уже есть. Вы верите в это? Да. Не забывайте. Да, вот это опора, вот это ваша опора. Вы чувствовали, подышали, разложили там ручки на парте, да, сделали какое-то свое пространство. Все, уже более безопасно. Да? Я уже с тела вошла. Я не там витаю в своих тревогах. Что сейчас будет? Кошмар, кошмар. Какой-то вариант достанется.
я уже в осознанном состоянии. Вы можете как учителя перед своими компьютерами, это одна минутная практика, но не обнимаете обучение. Техники заземления это называются. Прекрасно работают, прекрасные техники. Можно, там будет видео в приложении вот той же Екатерины Гердюжевой на Московском международном салоне образования. Она там дает технику «Внимательные стопы». Мы фиксировались дыхание, там фиксация на стопах. Вы, если интересно, вы сами посмотрите. И можно заземляться на объект. Можно носить с собой какой-то типа гладкого камушка, ну что-то такое приятное для вас на ощупь, да, почему дети еще слаймы вот эти любят, да, все вот эти штуки. Ну, лучше маленькое, что помещается в кармашек, да, и можно тогда, вот когда вы чувствуете, что что-то вот начинает уже чесаться, происходить, и уже некомфортно становится, или я начинаю злиться, или я раздражаюсь, можно взять этот объект и просто держать его в руках. Орех грецкий прекрасный вариант, он такой фактурный, да? То есть вы переключаете, заземляете, переключаете свое внимание на какой-то другой объект. С этой вот тревоги сюда. Так, с заземлением все. Можно спросить? Да, конечно. Ребенок, когда отвечает, допустим, он не может, он, ну, то есть у него столько движений, то есть... Стоит на ручнике. Я говорю, это брать руку ручку, чтобы как-то приучать фокус внимания. Это я просто бессознательно не хотела уходить в эту тему, да, особенности. Вот это могут быть нейродинамические особенности ребенка. Вот, кстати, тема заявлена у Анастасии Заболотнюк. Вот если вы попадете к ней, очень рекомендую. Она там говорит вот про детей вот с таким вот, когда им сложно. Может быть, именно нейропсихологические особенности. Но все верно. Если ребенку сложно сосредоточиться, можно что-то дать, на чем он может сосредоточиться. Но есть риск, что он на этом сосредоточится и не переключится на ваш объект. Да? То есть здесь надо в каждом случае искать что-то свое. Если дети грызут ручки, есть такие нашлепки на ручке резиновые, которые можно давать грызть, они не съедаются, на Алиэкспрессе заказываются. Да? То есть можно, или лучше, а лучше всего предложить ребенку сменить вид деятельности, не знаю, пойди попрыгай в коридор. Да? То есть вот им очень сложно сидеть на месте. Но я не хочу просто туда идти, это очень отдельная тема. Ладно? Техники благодарности. Это вот помните про вот четвертый навык вот, вот этого поддержки, да, доверия к, не только к другим, но и к себе. Не только к себе, но и к другим. Каждый вечер, ложась спать, вы можете задать себе вопрос: а за что я благодарен этому дню? Или кому я сегодня благодарен? Ведь мы же можем быть благодарны даже каким-то негативным ситуациям, правда? Это же опыт. Мы поимели очень хороший опыт. Да, то есть очень важно вот, фиксироваться на этих вещах и тоже ну, не забывать про них. Техники самоподдержки, любви, сочувствия к себе. Узнали, что, за что вы благодарны сегодняшнему дню? Похвалите себя. Минимум три вещи. Вот сейчас за что минимум три вещи, за что вы можете себя сегодня похвалить? Внутри себя, не надо вслух говорить. Фокус на, ну, меняем внимание, фокус на позитив, потому что на плохом мы умеем концентрироваться, правда? А на хорошем нет. И наш мозг — это все работа вот этих нейрончиков. Смотрите, вот если у нас все время негативные мысли крутятся, ничего не получается, я плохой учитель, дети меня не слушаются, да? Это вот, представьте, это мутная вода. Это вот наши эти мысли негативные, да? Если мы начнем заменять их какими-то позитивными мыслями, например, придумать себе аффирмацию. Слышали слово аффирмация, устойчивое выражение? Я достаточно хороший учитель. Не надо идеально. Боже, вас упаси. Я достаточно хороший учитель. Я делаю то, что я могу. Ну, возьмите эти две или придумайте свою какую-то позитивную эту штуку, которые вы можете себе говорить в эти моменты, когда вы себя ругаете, можно развесить себе там дома, в двери туалета, на холодильнике, да, вот эти аффирмации, потому что мозг все равно будет воспринимать, даже если вы не будете читать, можно на заставку на телефоне поставить. И вот эта мутная вода, вот эти негативные мысли будут заменяться, если мы будем лить туда чистую воду, вот эти позитивные штуки. За что я могу себя похвалить, за что я могу, что я могу себе хорошего сказать, она будет заменяться. Но здесь, конечно, важно не переусердствовать, потому что излишняя вот эта позитивизация тоже плоха. Да? Мы даем себе хорошее, но мы не должны игнорировать наши эмоции. Я имею право злиться.
Любая эмоция – это нормально. Я имею право обижаться, я имею право уставать. Да? Я сегодня разозлилась, и в этих случаях, когда вы себя начинаете ругать, опять я сегодня не сдержалась, опять разозлилась. Скажите себе вот очень важную фразу, запишите ее с большими буквами. И это нормально. И это нормально. Да, оно пройдет, или усилится, или уменьшится. Разные варианты исходят. Но это нормально. Не надо себя ругать за то, что вы с чем-то не справились. Какой пример вы подаете детям? Что у нас там по времени? С этим? Ой, у нас нет следующего. Значит, смотрите, быстренько. Упражнение для настройки на урок переключения внимания, успокоения. Есть прекрасный украинский психолог Светлана Ройс. Там в тех раздачках я вам кинула видео, в которых она расписывает. У нее такой тембр голоса, у нее такие прекрасные вот эти вот штуки. Я ее точно не переговорю, но у нас нет времени про все это. Много говорит, там все это она рассказывает, да? То есть самое главное – уделить хотя бы ну, чуточку времени в начале урока настройки детей вот на этот урок. То есть если это первый урок, прийти, ну просто потопать ногами. Дети, давайте придем, потому что каждый пришел со своим багажом, этот багаж, рюкзачок у нас за спиной. Давайте придем в класс, они потопали, сидя за партами. Давайте снимем свой рюкзачок, вот этот, который тоже фактически, да, мы заканчиваем уже. Да. И снимем вот все, что было, да, придем в класс. Или сделать вот безопасное пространство, да, там разложить ручки, там сделать вот так домик, чик-чирикер домик. Ну, если маленькие, да, если большие, просто там как-то прийти в границы своего тела. Это ерунда, кажется, но это работает. Это вот так работает. Мы возвращаем свое внимание здесь и сейчас и обретаем вот это свое пространство, свои границы, ребенку становится более безопасно. Да? Обратите внимание на то, ну, как вы сидите или стоите, да? Как они сидят, да? Всем ли удобно, всем ли хорошо. Вижу, слышу, ощущаю, понимаю. Очень быстрая практика настройки на урок. Вижу на затылочную долю, потому что проекция глаз на затылке в мозге, да? Вижу, слышу, ощущаю, понимаю. Да? Так несколько раз делали, чтобы они проговаривали. Вижу, слышу, ощущаю, понимаю. Это кинезиологические упражнения. Кинезиология – наука, которая через упражнения показывает, как мы можем стабилизировать свой мозг. Закрыть глаза, представить себя в безопасном пространстве. Подросткам вот очень хорошо. Это вот модификация того, что мы делали, что ты хочешь представь себя, так представь себя в каком-то комфортном, безопасном месте. Да? Или если они вот перевозбужденные пришли, или им там все, мы заканчиваем. Все, наверное, все остальное там будет. Я сейчас покажу в каком это виде. Вот это все вот будет. Шары с глиттером, надувание облаков, наблюдение за дыханием с помощью вертушки. Вы все это посмотрите. Хорошо, к сожалению, у нас не хватает на все времени. Вот, смотрите, ссылки, да, влияние практик внимания, там, обзоры исследований, дети, что говорят дети, которые в этих экспериментах участвуют, что они говорят, как им это помогает. Мастер-класс практики внимательности. Зачем практики внимательности учителю? Книги. А Светлана Ройс у нас где была? Вот, вот она. А почему нет? Верните, я снимите. Набирать. Надо так, где эти ссылочки? Я ссылки вставлю в презентацию, и презентацию отдам организаторам. Хорошо? Я благодарю вас за участие и полупрощание. Тоже очень важная вещь – переключение внимания. Сделайте какой-нибудь для своих детей типичный ритуал. Можно вот тоже похлопать им. Если вы это будете делать каждый раз, им будет проще выходить из вашего урока и переключаться на другой урок. Спасибо всем большое, всем добра, спасибо.